Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет долгожданное видео-конкурс. Я приготовила для вас коробочки красоты, которые собрала лично. Связан этот конкурс с тем, что совсем недавно на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков. У-ху-ху! Я этому была безумно рада. Это был супер-пупер подарочек на Новый год, потому что незадолго, за несколько дней до Нового года, их стало 100 тысяч. И в связи с этим я приготовила для вас подарочки. Хочу провести конкурс. Сейчас я расскажу, что в этих коробочках. Я приготовила для вас вот такие вот коробочки. В этих коробочках когда-то мне приходил New Beauty Box. Коробочки красоты, которые мне очень нравятся, в которых все время сюрпризики. Но эти коробочки я решила украсить по-своему. Я не дизайнер, конечно, девчонки, но вот знаете, что это часть моими руками сделана. Например, вот такие вот сердечки, стразики здесь вот. Я верх только украсила. Дальше вот такие сердечки, стразики. Love. Ну, понимаете, это все как бы меня, да, я же вас очень люблю, поэтому обязательно сердечки и стразики. И вот такая красота. Глаза решила не закрашивать. Итак, давайте разбираться, что же там внутри лежит. Я хотела положить, как вы помните, мои любимые хайлайтеры, но, к сожалению, их не было, и в магазине, в котором я брала, я нашла другие хайлайтеры, которые, говорят, берут взамен тех, которых не было. Я пользуюсь The Balm, но их там не было, и сказали, что другие хайлайтеры есть, которые берут взамен. И вот я их сейчас покажу. Вот такой вот хайлайтер вас ждет в каждой коробочке. Здесь три цвета, вот такие вот, розовый, бежевый и коричневый. Более того, я скажу вам, что этот цвет даже, мне кажется, лучше, чем тот, который представлены. Ну, в общем, здесь цвета даже лучше, чем The Balm. Вот. И я прям даже себе такой хайлайтер захотела, но у меня просто их очень много. Поэтому здесь вот в одном, кому придет, не знаю, я вот тут пальчиком чуть-чуть попробовала для того, чтобы посмотреть. Так что у меня здесь это, знаете, с отпечатком пальца моим придет кому-то. Вот. Кстати, придет, если с отпечатком пальца кому-то, загадывайте желание. В остальных отпечатка пальца нет, только на коричневом в уголочке. Это мой прям поцелуйчик вам личный такой. В каждой коробочке будут такие хайлайтеры. Хайлайт называется Opals. Очень красивые, нежные цвета и сойдут как бронзатор, так и розовенький, бежевенький под настроение. Потому что я люблю разными оттенками, допустим, хайлайтер все время наносить на лицо. Дальше в каждой коробочке вас ждет сертификат на 1000 рублей от Lady Collection. Вы сможете либо подарить это кому-то, если у вас нет Lady Collection, да, либо сами выбрать себе что-то, либо на подарочки. Очень-очень классно. Lady Collection вообще меня выручил в новом году, потому что я сертификаты вот всем подарила такие, и все были довольны, потом присылали мне фоточки, что там они себе приобрели. Дальше, вот, например, в этой коробочке Faberlic, всем вот такие вот блески от Faberlic в коробочке. Коробочка полная, на самом деле, я ее до ушей дополнила, чтобы уже ничего не положишь туда даже. Вот такие вот блески Faberlic, они разные, вкусненькие, там штрудель с мороженым и всякое такое, разные вкусы у всех. Потом масочка обязательно какая-то хорошенькая, они либо всем одинаковые, либо разные, но масочки будут у всех. Потом в этой коробочке, например, кисточка от Faberlic для нанесения тона будет. Дальше часики, которые мне приходили, у меня таких просто двое-трое, я решила положить одни, но они будут в одной коробочке. Они очень прикольные, очень хорошо смотрятся на ручке, и цвет такой очень интересный. Вот такие часики будут. Дальше зеркальце, например, в одной из коробочек. Дальше здесь у нас что? От Avon магия гиалурона. Это для тонких нормальных волос, густота и плотность. Вот такой спрейчик. Дальше карандашик. Что это за карандашик у нас? От Eva Mosaic. Очень хорошая, кстати, фирма. Это подводка фломастер для бровей. И еще здесь такие мелочи радостные. Это вот в одной коробочке. В другой коробочке, например, то же самое, как я вам сказала. Это здесь два сертификата по 500 рублей, 1000. Масочка. Здесь идет у нас румяна. Вот такие вот идут они интересненькие.
также блеск Faberlic, духи, DPD, парфюм, очень интересный парфюм, я его давно-давно брала в Москве, брала его как раз-таки кому-нибудь подарить, вот он и пришел, придет к своей счастливице. Дальше еще здесь подводка у нас тоже от фирмы Летуаж Косметик. Здесь подводка для глаз. Такая вот черная. Вот, ну и тоже мелочи. Мелочи. И хайлайтер, само собой, здесь лежит. В следующей коробочке также у нас лежит масочка. Сертификат от Lady Collection. Дальше идет тушь от Летуаж тоже. Потом от Летуаж идет фиксатор, это, по-моему, для бровей у нас, да, eyebrow fixing, фиксатор для бровей. Потом идет от Летуаж белая пудра, дальше ручка здесь идет, которую я покупала в Белоруссии, красивенькая такая. Соответственно, хайлайтер вот он лежит, блеск, вишневый конфитюр от Faberlic. И вот такая вот солнечный день, спрей для волос, против электризации волос. Вот такой вот спрей от Lush. Ну и тоже всякие мелочевочки. Например, вот такие вот штучки. Это для того, чтобы маску наносить какую-то своими руками, которую мы делаем. В общем, удобные такие. Вот такие три коробочки я для вас приготовила. Всякие такие интересные мелочи. А может быть, я еще что-нибудь туда доложу, пока будет идти этот конкурс. Конкурс будет идти до понедельника, 22 числа. Я объявлю победителей. Условия конкурса очень простые. Это первое, быть моим подписчиком, потому что конкурс для моих подписчиков. Поставить лайк этому видео, само собой. Сделать репост этого видео в одну из своих соцсетей, преимущественно ВКонтакте. Можно на Фейсбуке, можно в Одноклассниках. В общем, делитесь этим видео с друзьями, пусть они тоже участвуют в конкурсе, присоединяются в нашу команду, и, может быть, кому-то из вас повезет. Я безумно буду этому рада поделиться с вами частичкой себя. Ну и в комментариях нужно поставить «участвую» и обязательно оставить ссылочку на ваш репост в вашей соцсети. Только, пожалуйста, не оставляйте ссылочку на ваш просто канал, а именно на ваш репост, чтобы я быстрее нашла. И рандомным способом, то есть случайным способом, я выберу победителей и объявлю их в своем инстаграме. Поэтому проходите в инстаграм и следите за новостями. Кстати, некоторые конкурсы, которые я проводила, бывало, что победители так и не объявлялись. Или объявлялись через месяц уже. Это, конечно, очень поздно. И поэтому у меня убедительная просьба, чтобы вы следили за результатами конкурса. А я всех вас очень сильно люблю. Еще раз спасибо, что вы все со мной, что вы смотрите меня, поддерживаете меня, вдохновляете. Каждое мое видео, все я делаю для вас, чтобы вам было интересно, полезно. И будьте счастливы. Я вас очень сильно люблю. Всем желаю удачи и еще раз продублирую под видео все условия конкурса. Проходите под видео и увидимся в следующем видео. Пока-пока!